Здравствуйте. Рядом со мной Артем Зубанов, компания DocRobot. Здравствуйте. 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 Расскажите о компании. Чем вы занимаетесь? Смотрите, в первую очередь наша компания занимается электронным документооборотом. Мы делаем жизнь российских компаний в ритейле проще, в первую очередь, более 15 лет на рынке. По факту это возможность обмениваться бизнес-данными, заказами и прочей информацией поставщикам и торговым сетям. В принципе, эта история, она давно реализована в ритейле. В чем ключевое предложение сегодня? Мы эксклюзивно с 1С с нами скорее разработал модуль, который интегрируется в учетную систему, опять же 1С, так как российский ритейл в основном пользуется именно этой учетной системой. И он позволяет быстро, оперативно внедрить это решение и позволяет поставщикам и торговым сетям взаимодействовать оперативно, без бумаги, без затраты лишних ресурсов, кадров и так далее. Мы поняли, что вы очень крутые, вам 15 лет. Может быть, есть какие-то... Больше 15, даже так. Расскажите, может быть, какие-то вот новые флагманские продукты у вас выходят? Вот что-то, вот какое-то предложение, которого доселе не было? Ну вот, действительно, наше решение с 1С – это один из флагманских продуктов, потому что провайдеров много. И, как правило, для этого компании нужно интегрировать модуль в учетную систему. Здесь это модуль 1С. Логично, что модуль 1С в учетную систему 1С встает как влитой. Ну и помимо этого мы еще занимаемся другими продуктами. Вот здесь рассказываем про электронную транспортную накладную, потому что эта история, думаю, к началу 2023 года станет довольно-таки популярной. Министерство транспорта очень активно продвигает электронную транспортную накладную. И мы довольно-таки давно занимаемся этим продуктом. Уже внедрили некоторым крупным клиентам. Надеемся продолжать улучшать бизнес в России таким образом и дальше. Потому что это диджитализация, это всегда хорошо, это всегда круто. Это замечательно. И хочу сказать, что ваш стенд находится прямо напротив нашего пресс-центра. И я надеюсь, что огромное количество посетителей нашего форума найдет вас полезными и будет с вами работать. Спасибо большое. Хочется в это верить. Вам тоже большое спасибо. Хорошего дня.